от нашей задача зоны проста. Высадки! Готовься! Больше денег, чем последнее. Отметь точку высадки и веди команду в бой. Ты выбил мне? Нет, я думал, ты ушел. Убирай. Честь. Ой, нет, нет, нахуй. Вот наша зона высадки, готовься! Давай на мой полетим, он там где-то компакт. Бля. Вот наша зона высадки, готовься! Окей. Давай сначала эту гору займем, вот тут сядем. Бля, ну ёпт твою мать, могу, бля. Ты что летишь, опять на свою метку, что ли? Нахуй ты на свою летишь? Вражеская команда открыла на вас охоту, будьте начеку! Да, понятно. Я возьму. Ни хрена себе прицели, конечно. Ё-моё. Это у тебя там так колокольчик звенит. Да, это Димас пишет. Димас, давай вот и поиграем. Так, челик какой-то там внизу был. Контакт! Че, его поднимут, что ли, друг его? Ну, не пойдет, взяв, он поднимут его. Ну, это друг. Над нами вражеский БПЛА. Съебался. Чувак. На убоёб. А иди нахуй, ёпта. А, я запись не включил опять. Аааа, сука. Меня подставляет, блядь, постоянно подставляет. Опять его друга нокнул. Бурков скажет, ты заебал нахуй. Не бери МВП нахуй, в руки гандон, блядь. Бля. Давай, ты заебал сидеть. Жень, мы с тобой как-то сидишь на страху вдвоём. Пускай сони со мной. Будем ебаник крошить. Это просто жестко. Я на дистанцию сделал. Вот этот. Советский прицел выбил. Где там, сзади тебя? Давай, давай, тихо. Над нами вражеский БПЛА. Ползаю. Блядь. Говнари, боже. Запустил МБПЛА. Мы на виду. Левее с воздуха, да, там пчелу. Ага. Бля, ну заебись на. Потому что люди и там, и там. Ну как говорить, я шумодав всех там села. Мне забрать хумнеса. Доступный труп. Не буду драть, хорошо, не буду драть. Вызовут ментов, будешь сам первым. Да никто нахуй не вызовет, блядь! Ты давай. Да, блядь. В темноте не заметил. Куда-то там. Команда говнарей, блядь. Так, подожди, меня куда вообще разнесло-то? Ой, у меня слоупок, а не чувак играет. Он так же с аккаунта моего лучше играется. Ну, я тебе говорю, у меня 30 кадров. Нет, я типа, на все. Сань, типа понимание, что у тебя, типа, грешат уровень. А, да я вообще на уровень не обещаю. Типа. Я жду накач... Бля, я так, вот... Так, вот ты где, вижу. А, ну, закрысился. Вот, я тебе на 10-й комплект собрал винтовку, вот потом посмотри ее. Ты можешь менять комплект мой, если хочешь. Я самый последний поменял, который у тебя там пустой был. Да у меня первый, если хочешь. Если ты считаешь, что М82 вот лучше с медальным прицелом, мне, конечно. Нет, это типа, я ее под себя, я же говорю, я пытаюсь крестить. Ну как, не крестить, а просто издалить. Ну мышки, ебаная, я понял. Потому что сблизи у меня прицел, ну не прицел, а кадры чуть-чуть приседают и меня сразу снимают. Сейчас я не сказал, поднимусь на ютубе, я тебе подарю видеокарту на все. Да нахуй эту видеокарту.
Бери 9600 кей. Пойдем. Так, аккуратно, тебя тут стреляют, да? Рядом. Я, кажется, уже слышу откуда. Слышу вообще. И похоже, где-то в этом, в этих зданиях. Да? Пойдем, погоди. Вертолетик. Мой сладкий летит. Сладенький вертолетик. Красивый. Надо только настроить изменения кратности. Будь как вертолет. Чё-то долго же не очень. Ты, конечно, на парашюте, я пешком бегу. Так, я опа. Наверх, там на парашюте это... Я видел. Тиммейт тоже. Иду. О, наверху. Понял. Вниз спустился. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Еще один не спускается. Ох, ничего себе! Я что-то чел сказал. Ай-яй-яй! Промахнулся, как так? Кто что, передавал? Не знаю, просто микрофон включил и все. Блин, именно в кусты. Точки эвакуации отмечены, да, транспорт ждет. Так, куда-то он там побежал. Блять! Это муж ебаный. Да-да-да, ну, как же еще? Только сзади. А, это тот чел, который я убил, короче, в полете. Ты тут, да, мой сладкий? Садись. У меня есть летенки. Я буду пассажиром. В районе операции так, я, если что, за правым пулеметом. Блин. Катись отсюда. Прям поджидал, а как. Знаете ли. У меня есть лицензия. Я буду пассажиром. Так, я за правым пулеметом. Рад приветствовать на вашем борту. Компания Anime Project Production. А честно, здесь у Челиков. Значит, три мы пойдем. Раз, два, три мы пойдем. Подожди! Там чел в крыше! Блин! Я его почти прищемил. Почти? Да, я его там покоцал нормально. Второй этаж, чел. Второй этаж, чел. Мы опоздали. Тут все разграбили до нас. Отмена. Устойчивости у него нет, вот в чем проблема. Залетай в дом. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Так, ты слышал? У меня, тихо. Я в него... Поднимай меня, я на него авиа дал, он меня смолил, нормально. Да? А тут еще кто-то вроде есть. Сейчас помогу! Враг начал класть... Наверху! Да. Максимально тупо было. Согласен. Он просто дал кластерку, блядь. А куда он стал? Да он же наверху видел все. И просто нас упал. Нас или тебя? Нас. На доме чел есть. Блядь. Где?
Над нами вражеские попала. Я сниму его, снайпер. А где? Блядь. Ай. Ну так не весело. Вот здесь вот именно крыша соблюди. А я вот сижу и аккуратно снимаю. Но эти крысы мне не дают никого нормально убить. А типа стрелять мыши и обратно стрелять, это как? Размечно? Да. Ну не, ну я ж сижу. Ну, ты вспомни, я спокойно забираюсь на открытое место, прям с горы. А они крысы-то именно засядут со снайпой за стеночкой. Еще и не вылазят. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Не топай. Ходи в прицеле. В прицеле ты не топаешь. Да. Просто в приседании. Так, упс. Так вот заметил? Да, снайпера. Где? Вон он. На той крыше. Пехота противника! Я уже там никого не вижу. Да ладно, хрен с ним. Приближается вражеский солдат. Слышал? Вижу. Пехота противника! Вражеский попала! Пойдем пули туда, под дом. Отмечаю, там два чела. Пошел, не поймаешь, бей город прям. Немного не та бойка идет. Так. Там стреляется кто-то. Пойдем проведем. Чего вижу? Крушилка. Потому так как у нее из прицеливания. Справа женщина. Чел у меня! Брат! Там их двое! Помощь! Сейчас гранату кидаю, стой! Слева! Летай! Нет. Уходи! Над нами вражеский попала! Союзник! Над нами вражеский попала! Классу куда я? Над нами вражеский попала! Патроны. Патроны. У меня так достаточно. Гранат. Я гранат вполне обычный. Из патрона. Чел был плюс-минус справа сзади где-то там. Идите в указанный пункт. Отмечаю боевую отмену. Над нами вражеский попала. Они знают, что мы главное. Меня! С двух с дробаша вальнул. А ты крыса, ебаная. Блять. Ебать, пидорас уже войти. Противник высаживается в районе операции. Да. Какашка.
пиздец, блядь. Чел в доме? Я. Да как так, нахуй? Приближается на? Вражеский солдат. Уже ебать его. Два друга как пидорас тупого. А, с обрезами этими сраными. Приближается вражеский солдат. Я промахнулся, ебать его тупой. Ну ты не всегда приезжаешь, двигайся не всегда, блядь, я ж пошумил, ну, типа, когда попадаю. Говно тупое. Что если играешь, это было тупое? Над нами вражеский БПЛА. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Чур, я за рулем. Ну так не весело.
Я почему-то только с двух выстрелов с ДБВК снял, блядь, этот. Очень мало. А где мой, блядь, долбоящий? Противник высаживается в районе операции. Так, меня что-то закинуло далеко очень. Я тоже понимаю. Так, сейчас к тебе прибегу. Офигеть, тут три тачки, блин, стоят. Просто три тачки рядом. Я как понимаю, у тебя, да? Да, было надо. Жракал ебаный. Я одного убил. Молодцы, ребят. Хаешку, то кидай гранату. Приближается русский солдат. Бом, напишись, бом, напишись, бом, напишись. Блядь. Бля, одной пульки не хватило. Там наверху. Там какой-то чел спускается. К тебе, походу. В
Приближается вражеский солдат. Бля. Бля, ну это пиздец. Весь магазин спустил и ни чуточки не попал. Ща. Ща, походу, ко мне прибежит. Приближается вражеский солдат. Вражеский боевой вертолет с деньгами. Бейте его! Бля, нахуй тут. На, нафиг. Получил? Так, и сколько же мы пришли при помощи использования ДБВК практически впритык? Бил? Выполнил? Из двух полтел две брони. Не. Хуйня. Пока не за... Не апнутый, противник хуйня полная. Противник высаживается в районе операции. У меня чувак самостоятельно лям 400 собрал, представляете? Самостоятельно, блядь. Долбоёб. Приближается вражеский солдат. Я все так, ладно, короче, пошел я спать. Ладно, давайте всем спокойной ночи. Да, давай, с твоего погоняй ночью. Да, да. Нож. Вражеская команда. Да ты поспи. Будьте на чеку. Да нет, он отклоняется, снимался, может, когда еще. А, ну все тогда давай. Качайте, не все. Женечек, давай тоже эти спадки заебал. Думаю. Жень,
думаешь? Ну выспись хотя бы немножко, конечно. Я-то марафоне, мне-то похуй, ты знаешь, пока я не спал уже. Так я завтра же дома. Но. Выспись. Ну давай еще одну с тобой сыграем. Ну пойдем, если нет, хочешь, можешь идти играть. Просто я еще реально поспал. Потому что похуй, единственное, считай, два дня выходных, потом работать, типа. Я потому что типа я минут, считай, я приболел. Ну давай с тобой еще сыграем. Давай, конечно, конечно. Мне похуй, хоть 20. AVX, RX, так, опа, пламя-гаситель, маскируй дульну пламени, начальная скорость пули хуёв, мне спасибо. Перк, это мне не надо, не надо, не надо. Я как понимаю, тут против ботов нельзя, да, сыграть? Ты и так и против них играешь. Ну да. Только я не помню, чтобы боты сзади постоянно убивали. Ну, блядь, они появляются сзади, появляются сзади, ну типа... Ну, это понятное дело. А нахуй ты сзади стоишь тогда, почему ты не чекаешь жопу себя, я не понимаю. Самое интересное, именно они появляются в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь. Вроде заебись у Сниклса, ты даже никого еще не убил, но просто появляется уже знаешь, где ты, блин. А, кстати, я видел, они с какими-то детекторами ходят некоторые, блин. Датчиком движения, блин, откуда их отличишь? Да? Откуда? Ну, это типа залуха. Ну, честно скажу, это залуха небольшая, типа. Не так уж и жестко. Донатная, что? А? Донатная? Нет, что? Бесплатная, у тебя тоже она есть. Да? Я не знаю, что. Ты будешь с ним играть? Ты ж не долбоёб, верно. Да нет. Не, в общем, с ним можно играть иногда. Охуенно, нет проблем. И знаешь, было бы классно, как это в чужой против хищника третий, это в игре. Когда ты играешь за чужого, ты можешь провидеть противников даже сквозь стены, где они находятся. Про этого ЖВХ называется, ну все же. Санька, видишь, немножко бущу. Да, бустер. Нахуй, помогай, Санька, или нет? Надо винтовку прокачать, блин. А с винтовкой пытаешься бегать, тебя где-нибудь сблизи долбанул, блин. Не знаю, ты видишь, как я играю с винтовкой? Ты вообще заходишь хоть раз, на шорты хоть раз заходил на мои? Смотрел видосики шорты? Ну, бывало, да, смотрел. Ну, ебать, посмотри, как СВП, нахуй, какие ебало хорошо. Ты вообще видел хоть одну видосик? Ну, по-любому, видел, где СВП ебанька? Ну, да. Приведите себя в порядок, мы скоро видел, как я стреляю? Я не стреляю, типа, я не целюсь, типа. Я вижу, типа, я прокидываю пули, то есть понимаешь, да? Я прокидываю, я не стреляю. То есть тебе нужно убить. Ты целишь, типа? Сразу. Да ёбан, насрал. Меня немец убил. Почему немец? Ну, потому что у него флаг там стоит немецкий, он с автоматом немецким бегал. Приближается вражеский солдат. Хватит тренироваться, пора в настоящий бой. Задача проста. Добыть Ой. Больше денег, чем да. противник. Давай сразу. Да. Сразу на пробел, жми. Так, ты куда там? Идите в указанный пункт. Надо же, я эти метки стал ставить. Так, ветер, не дуй меня, пожалуйста. Отмена. Чел летит там, чел там летит. Здесь. Да, я вижу. Приближается вражеский солдат. Да, блин. На, покоц броню ему. Где он? Он... Все, нет его. А теперь... Чел, сзади тебя, на заправке, Жень, на заправке, чел. Да, вижу, чел, на заправке. Где? На крыше? А, нет, все. Он умер. По трупу стреляй. Глушилка.
А, он ливнул просто. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Опа! Меня кок. Понимаю. Да. Ща попробую. Так бывает, не генда. Самое интересное, почему у меня выстрелил и второй раз не стреляешь? Тихо. Я попробую к тебе доползти. Вниз. Блять, брат, сейчас. Как я слежу, если что. Броня бон. Броня отмечена. Чела вижу в окне. Я нашел его, Жень. Можешь подстрелить, выйти в окно, просто подстрелить с автомата, пожалуйста. Просто вылезь в любое окно, которое ближе к заправке, подстрелить с автомата. Давай. Туда, в окно, разве ему окно. Тихо. Опа. Он, кстати, прямо параллельно с тобой шел. Еще чел. Где? Здесь. В доме, что ли? Да, соседям. Сейчас бегу. Я кидаю в... А, ты... Странно. Съеб, что ли? Дался? Еще! Куда же еще летит, чувак? Стой на трупу, что ли? Опа! Тот стрелял, кажется. Я не вижу, где. Вижу чела, Женеч. Где? Тихо. У меня чел. Где вижу? Так, это ты. Бэпку даю. Сейчас на карте появится все говнори. Начинает разведку. Ой, у нас тут много, Женечек. Да я не сказал, что прям много. Давай на метку, двигайся на метку. Все, там чел. Пойдем так. Приближается. Значит, у меня 0 кило. Чел высаживается? Да, хуй с ним. Над нами вражеский ППЛА. Броню возьми, золотой. Броню заюзай, пожалуйста. Ты никто не бегаешь. Да ё-моё. Над нами вражеский ППЛА. Чего вижу? Дом забежал. Садик, наверху. Противник отслеживает ваши координаты. Наверху. Да? Да, сзади тебя там. Где-то вот там вот. Вот он! Иду! Ранили! Они меня засекли! Кидаю гранату! Тихо. Чё, держи чел. Жень, справа, сзади. Противник высаживается в районе операции. Сзади меня! Ложись. Похоже, его реанимировали там. А, так вообще сверху, блядь. Боже, ебаные раки, сверху, блядь, крысы ебаные. Меня снизу убили. Точнее, снизу подстрелили. Так, ты где там у нас? А, ты... Прямо тут что-то нас прямо здесь. Идите в указанный пункт. Интересно, я, наверное, все брюки, наверное, уже стер, наверное, так. Такие подкаты делать. Над нами вражеский ППЛА. Так, будь аккуратен, тут снуперы сидят.
Они любят тут. Опа, вот один. Два. Второй приземлился. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Высаживается в районе операции. Че он не попадет? Блин! Я под обстрелом! Сука. Я под обстрелом! Надо бы пойти от лекарства. Так, я активирую. Внимание! Союзник выполняет авиаудар. Приближается вражеский солдат. Да, блин! Патроны кончились. Да это тот самый, который ты убил недавно. Давай, сзади там появился, да? Ну да, я вот буквально пульки не хватило. Ситуация. Сзади появился? Не очень. Не-не, я увидел, начинаю стрелять. Спрыгнул с огромной высоты, выжил. Я его покоцал, но пульки не хватило буквально. Чтобы его добить. В деле. Так, меня куда-то уже закинул. Да ебись ты, анал, а. За коробкой там засел, блин. На крыше. Блять. Чё, то же самое? Чисто крыса ебаная. Так, опять авиабаз. Не забывай, что здесь все картонное тоже. Кстати, тебя убили уже. Сам тесто этот противник меня просто проехал. На машине. Бля. Писька. А. Убили.
Приближается вражеский солдат. Смотри, куда бьешь? Блин, напугал. У него там противник был, вот... Я мог бы его, может быть, подстрелить. Я знал, что начал. Я тебя стрелял, чтобы ты видел карту, посмотрел, блядь. По мне много стреляют сзади, блядь. Над так, нами вражеский блядь, БПЛА. Бабочка, блядь. Над нами вражеский БПЛА. Чел, хуй знает. Жень, помоги, пожалуйста, чел настроит. Над нами вражеский БПЛА. Ну, класс. А, понял. Че убило? Я снова в деле. Ага, хрен с того. Идите в указанный пункт. Вешай патруль! Меня еще уебка знал. За тебя! Контакт! Да. Нихуя, нихуя, с чего ты, блядь, так много, с чего? А, я понял, для сбара ебанул. Над нами вражеский БПЛА. А, Савчик. Домой, на, убивай он, на. Да, бля, перезарядка, я, бля. Приближается вражеский солдат. Интересно будет, если денежки скидывать. Опа! Так, так. Добил. Так, вертолетик улетает. Никит, к тебе там приземлился чел. Контакт! Понял, все. Уже нет чела. Все, патроны ой, кончились. Ебак. Все, патроны кончились у меня. Были патроны. Нет, патроны. Вражеский боевой вертолет с деньгами. Сбейте его!
Ставишь меня, все? У меня патронов нет, как тебе уже. Приближается вражеский солдат. Хуя. Там, кстати, если что, на вышке какой-то отчет. Меня вертолет убил, все нормально. Так. Я кого-то слышу. Чела вижу. Да? О, кстати, я его как раз и слышал, где-то рядом бегал. Убил его? Нет, конечно. Он где-то я слышу, а где, не знаю. Может, кто-то его убил? Вот кто? Там я видел снайпер, кстати, иду. Сидел. Вроде я видел, кто-то стрелял. Посмотри. Я понял, снайпер, да. Зачел? Блять, ебан. Ебать, ты чё? Да, бля. Оу. Да. Я снова в деле. Патронов. О, у меня ж снайперка опять не стучит. Блять, да я ебал вас в рот, аналь. Здорово. Что делаем? А? Что делаем? Ну, зафиниш играем. Что, давай поиграем? Ты по. Ты все равно после завтра же уже отдыхаешь, да? Давай поиграем сегодня. Завтра все равно выспаться сможешь, если что. Ну типа, блядь, просто завтра я, короче, не смогу. Завтра я не смогу, типа, ну, тебя это будет послезавтра. Жень, спать идешь? Ну да, ты же сказали, что сейчас сыграем и пойдем. Да. Мне нужно будет с утра ехать в этот... Сейчас, подожди, подожди секундочку, подожди секундочку. Значит, видос-то домонтирую. Вот. Когда только проснешься, сразу набери меня.